Всем привет, меня зовут Артем Оленев, я главный тренер универсальной хоккейной школы «Артхоккей». Наша школа специализируется на дополнительных тренировках, и сегодня я приехал провести мастер-класс, тренировку с женской командой «Скиф» 2001 года рождения. И мне хочется показать что-то новое, показать игровые упражнения, которые они будут реализовывать в игре. Артем Андреев действительно сегодня показал настоящий мастер-класс, как нужно правильно кататься. Для девушек это, безусловно, хороший опыт. Будет понимание того, к чему нужно стремиться в дальнейшем, и что действительно нет предела совершенству. Мы хотим, чтобы еще приехали к нам. Только, огорчились, что не успели поиграть за эту тренировку. Да. А так тренировка очень хорошо катание. Мы запомнили некоторые упражнения, будем на тренировках делать. Короче, вообще все очень круто. Нам понравилось очень. Да.